мысли. Только о нем. Когда он и есть большой футбол. Выиграй битву звонков и попади в прямой эфир «Авроры». Сделай свой прогноз на матч «Вольфсбург-Манчестер Юнайтед», который состоится 8 декабря. И если твой прогноз окажется верным, то 10 тысяч драм твои! Официальный букмекер большого футбола «Тоток Гейминг». Сделай ставку, сыграй на победу. Большой футбол на радио «Аврора». Вот так вот, друзья, футбольную разминку мы сегодня оставили, так сказать, на ужин. Итак, вы слушаете радио «Аврора», друзья. Ну, посредством вашего радиоприемника, либо зашли к нам на сайт на radioavrora.am и следите за визуальным радио. Первым и единственным визуальным радио у нас в Армении, друзья. Кстати, открыть наше приложение и вообще узнать, что такое визуальное радио, вы можете просто с вашего смартфона элементарно. Либо можете зайти, допустим, на YouTube и зайти на наш канал, на канал радио «Авроры», и следить за эфиром вот таким вот образом. Это «Большой футбол», номер телефона, я напомню, 091-76-1007, и, конечно, можно еще дозвониться к нам в студию по скайпу. Наш никнейм radioavrora.armenia, друзья, причем, если вы дозвонитесь, обязателен ваш видеосигнал, то есть, чтобы у вас была камера. Это сделано для того, чтобы все наши слушатели и все пользователи сайта radioavrora.am, так же, как мы, смогли вас увидеть на нашем сайте, друзья. Я поприветствую, наконец, выздоровевшего моего коллегу Гогу Казаряна. Всем привет. Не совсем, конечно, выздоровевшего, но... Но уже по пути. Невозможно было дома сидеть и смотреть, как вы тут в этой красивой студии тусуетесь. Ну, кстати, вы, друзья, тоже можете здесь у нас оказаться, потому что весь декабрь мы будем дарить подарки. У нас объявляется смартопад. Это со следующей недели. Буквально каждый день радио «Аврора» будет дарить в рамках новогоднего проекта по одному смартфону каждый день. А вот этот замечательный смартфон, который вы видите сейчас у меня в руках, я даже покажу его поближе, чтобы вы смогли рассмотреть этого красавца. Между прочим, это специально телефон, созданный для любителей селфи, потому что здесь 13-мегапиксельная камера и основная, и фронтальная. Так вот, его вы сможете выиграть, если будете активными пользователями нашего сайта, если будете следить за визуальным радио. Иначе говоря, он будет разыгран на сайте радио «Авроры». Ну, а сейчас я просто хочу напомнить, во-первых, номер телефона еще раз, 091-76-1007. Ну и, конечно, поприветствовать нашего официального букмекера. Это компания Toto Gaming. Друзья, на сайте totoexpert.am предлагаются профессиональные прогнозы и выигрышные ставки дня, и кроме того, очень быстро размещаются свежие новости и видеообзоры матчей. Мы сегодня с Гогой. Гог, Рен-Марсель, это первый такой матч, на который есть прогноз на Toto Expert. Toto Expert говорит, что гости забьют больше одного гола, и здесь ставка 1.71. Как тебе? Привлекает тебя эта ставочка? Привлекательная ставочка. Какой коэффициент? 1.71. Да, привлекательная. Если гости забьют больше одного гола. Забьют, мне кажется. Вот еще игра «Шахтер Карпаты». В игре будет больше трех голов. Здесь коэффициент 1.84. Такое вообще часто бывает, не? «Шахтер Карпаты» и... Да. Как там? В игре будет больше трех голов. Да, да. Это Toto Expert предвещает. И, конечно же, еще один прогноз. «Зенит Уфа». В этой игре эксперты Toto Expert считают, что будет больше 2.5 голов. И коэффициент в данном случае 1.87. Тоже реально, потому что «Зенит» очень неуверенно выступает внутри российского... Ну, это, наверное, кубок, да, России? Наверное. Да. Кстати, про другие кубки я бы хотела сегодня еще поговорить, но для начала поприветствуем нашего слушателя. Алло, здравствуйте. Барыш, здравствуйте. Как вас зовут? Варуш меня зовут. Варуш, подождите, я запишу. Итак, Варуш, ваш номер телефона? 094. Так. 05. 05. 56. 56. Да, 58. 58, отлично. Варуш, давайте уже вернемся к нашему родному армянскому языку. И вместе с этим сделаем приемник потише, чтобы не фонило. Все, делаем. Вот так нормально? Не очень, не совсем, потому что мы еще слышим свой голос. Такая обратка идет, понимаете? Вот, все прекрасно. Варуш, вы где сейчас? Я, так... Так, сориентируйтесь. Что вы делаете на Церетели? Признавайтесь. Ереван Сити Идемна. Я знаю эти злачные места. Чуть ниже. Варуш, признавайтесь. Че, есть мотакайкум апрумен.
Оправдался. Там же такого нету, Люся, у тебя старая информация. Серьезно? Это уже старомодно, да? Там ты уже деньги не... Ладно, а я-то надеялась. Варуш, ну, колитесь. За кого болеете вообще в футболе? Ну, сейчас я вообще за никого не болею. Это как так? То есть вы вообще футбол не любите, значит? Люблю футбол. Мой любимый футболист был Зинедин Зидан. И как он перестал играть в футбол, я перестал смотреть. Как же он не перестал вообще, как бы не перестал играть в футбол? Надо было сказать, как он перешел в Реал из Ювентуса, я перестал смотреть футбол. Не, но он же там тренирует, да? Маленьких пока ребят тренирует. Тренирует, бать, чихагум, драхамарем, вор артен интересно, утрасна корум. Տեհի մայնքը իր ժամին է սպասում, որ գա Ռեալը վերցնի իր ձեռքը։ Ներ պայուրյան ժի իր ժամը գալի հելը ասագոգ։ Ну, с нового сезона он возьмет. Ну, я вам могу сказать, Варуш, не знаю, знаете ли вы, как поклонник Зидана или нет, но у него есть сын. Зидана. Он играет, кстати, в молодежь. В молодежной, да, Реала. И оказывается, все-таки яблоко от яблони недалеко падает, потому что вот буквально на днях его сын проделал то же самое практически, что и в свое время сделал Зидан, когда ударил головой Матерацци, да, он ударил? Он ударил сына Матерацци головой. Он не ударил сына Матерацци. Асек, вот ничего, хай, шучка. Зидана хай арматнеров. Насколько я знал, он албанец. Нет, ты что? Нет? Он алжирец. Алжирец, да, албанец. Албанец. Ну что-то я помнила на ал. Кто тогда за него болел? Варуш, ну, в общем, недавно был его сын, он вратарь. В юношеской команде Реала. И что-то его там не устроило. И он опять ударил своего соперника. Вот точно так же, как отец. Подожди, головой. Ты точно ничего не путаешь? Ничего совершенно не путаю, ну, есть доказательства. У него один сын? А этого я не знаю. Но ну, один юношеский. Один сын его точно играет и забивает, то есть. Это, видимо, другой. Потом покажу видео, друзья. Потом покажу видео, возможно, даже я сейчас опубликуем. Загугли, давай. Варуш! А давайте-ка с вами уже поговорим более конкретно о прогнозе на матч Вольфсбург-Манчестер Юнайтед. К Зидану пока это не имеет отношения. А давай еще пару слов про Реал, пожалуйста. Меня так просто. Давай, так... у него, видимо, наболело, понимаете, наболело. Человек пару дней болел, никак не мог выговориться. Варуш, все слышали про конфуз, который произошел. А по мне, ему раз ума выиграет Манчестер Юнайтед, не знаю, еще из давних времен они нормальной командой, я надеюсь, что они так и не остались. Нет, но сейчас у них не все так хорошо, как раньше, как во времена Бекхэма. Что Бекхэма? Фергюсон. Но, ну-ка, подождите, смотрите, Варуш-джан, смотрите, вам может помочь Toto Gaming, потому что здесь есть коэффициенты, они есть также на нашем сайте, с помощью визуального радио вы их тоже можете увидеть, но я, в принципе, сейчас озвучу. Итак, вы разбираетесь вообще в коэффициентах и вот делаете иногда вообще, ставки? Вообще, я ставки вообще не делаю, вообще. Ну, тогда мы вам сейчас все объясним, смотрите, на победу Вольфсбурга коэффициент 2.35, на победу Манчестер Юнайтед на totogaming.am 2.9, а на ничью 3.2. Гога, объясни, пожалуйста, обычным человеческим языком, что это значит. В кого верит Toto Gaming? Верит в Манчестер Юнайтед, наверное. А получается, что еще нет. Еще раз, пожалуйста, я просто сына Зидана. На победу. На победу Вольфсбурга 2.35. На победу Манчестер Юнайтед 2.9. На ничью самый высокий коэффициент 3.2. То есть они в Вольфсбурге играют, да? Да, конечно. Вот, верит, значит, в победу Вольфсбурга, потому что коэффициент ниже на Вольфсбург. То есть, вот так дело обстоит. Но тут, скорее всего, больше верится в ничью. Ну, да, видимся моей интуиции, наверное. Я верю, что Манчестер на этот раз так покажет этому Вольфсбургу, как надо футбол играть или не играть. Вот они приедут и так возьмут и покажут, как нужно играть. Да, на самом деле. Ну ладно, мы так и записали. Манчестер Юнайтед. Варуш, ну, Гога что-то хотел там про Реал посплетничать. Вы, как человек, который, ну, любитель Зидана, вообще его фанат, тоже недалекий от этой темы. Гог, ну что там у тебя? Такой конфуз случился, значит, ну, все знают, игрока сборной России Дениса Черышева, да, который играет за Реал, который был время в аренде в Вильяреале. Да. И вот в Вильяреале у него была дисквалификация на кубковый матч. То есть он вернулся в Реал. Они не в курсе были. Никто не в курсе, он приходит в стартовом составе, выходит, забивает гол. А он же не должен играть. Вот это наш. Так, подожди, бумажечка, а он же не играет. По бумаге-то он, да.
Ну тут, конечно, я не знаю, чья это вина, я даже такого случая не знаю, что дисквалифицированный. Это Реал, Гога, это Реал. Да, ну там все внимание на Роналду, там без разницы, кто что делает, главное, чтобы Роналду все было в порядке, мне кажется. Ой, дайте пять! Бац, это симулянт, ему все мешает, все ему сахарно майдан. Ես սիրում եմ այն ֆուտբոլիստերին, որոնք իրոք ֆուտբոլ են խաղում, ոչ թե կողքով մեկը արագանցում ան գնում է ոտքը վրա. И причём старается это делать так, чтобы он красиво упал. Լյուսյանը համաձայնի, բայց ես օրինակ համաձայն չեմ. Մեսին օրինակ, ասենք ավելի այն որ ասում է հարգի ֆուտբոլիստ է, հա, այսպես մեծապատիվ է, որ ընկնում է վրա դու բարձրանում է Упал, поправился, встал, побежал дальше, как настоящий мужик. Да, Варуш, вот тут я... Между прочим, я с вами не согласен. Ну, подожди, пока ты... Настоящий мужик так не смог бы спортом заниматься, но он реально, он миллиардер. Он, вы понимаете, какое внимание вообще у человека? 100 миллионов лайков в Фейсбуке, то есть последователей, то есть... Ну и что, это для меня совершенно не показатель. Варуш, смотрите, если мы сейчас будем обсуждать, настоящий ли он футболист и настоящий мужик, это разные вещи. То, что он отличный футболист, никто с этим не спорит. Отличный спортсмен, в первую очередь. Он в форме остается такой великолепный. Ага, вот понимаете, вот когда рядом стоит Зидан, который вот невзирая ни на что может подойти к своему сопернику и его ударить головой, вот это мужик и футболист. На самом деле Зидан очень воспитанный и такой интеллигентный, спокойный человек. Ну, просто тогда человека вывели. Варуш, а вас легко вообще вывести из себя? Вообще-то нет. Нет? Вы где-то работаете? Не дай бог, может, вирусут и все. Нет, мы сейчас постараемся этого не сделать. Просто интересно, где вы работаете, Варуш? Я работаю в IT-сервисе. Где? В каком сервисе? Это обслуживание газа. Обслуживание? Там домашних газов. Это то, что у нас 300 драм берут каждый раз. Это вы приезжаете, 300 драм забираете, Варуш? Нет, ты платишь на почте. Я приезжал, но сейчас я водителем работаю в этом сервисе. Вот так постоянно слушаю ваше радио. Мне очень нравится, вы часто про пропаг говорите, это очень полезно. Ой, спасибо. Вот сегодня я решил вам позвонить, и вот так удалось. И вот так получилось. Спасибо, что позвонили. Спасибо, что дозвонились, потому что, знаете, это же нелегко сделать, а у вас это получилось. Да, я понял, что это нелегко. Варуш, кстати, ну раз уж вы все время на работе, но при этом слушаете наше радио, у вас есть смартфон или у вас обычный телефон? Нет, такой попроще? Нет, я не люблю смартфоны вообще. Ай, Варуш, вот что я вам скажу. Сейчас, знаете, такое время, когда любишь, не любишь, это уже надо упустить. Время обязывает просто. Поэтому, если у вас еще смартфона нет, вообще я обращаюсь ко всем нашим слушателям, то следите за смартопадом на радио «Аврора». Весь декабрь мы будем дарить нашим слушателям смартфоны. Как и что? Это уже мы чуть позже расскажем. Но самое главное, запомните, что один из этих смартфонов, вот тот самый, который я прямо сейчас держу в руках, а вы можете видеть посредством визуального радио, этот смартфон... Я сейчас могу отобрать. Да, этот смартфон мы будем разыгрывать на нашем сайте. Варушджан, спасибо еще раз за ваш звонок, ваш прогноз на победу. Спасибо вам и всем нашим слушателям, благодаря которым «Аврора» работает, причем так активно. Именно благодаря вашей активности, друзья. Ну что, на этом большой футбол закончился. Я, правда, хотела просто, ну, чисто как факт рассказать об очень интересном инциденте. Дело в том, что фанаты в Олимпийском, вот вчера состоялся домашний матч мировой лиги по водному полу между сборными командами России и Турции. И вот там ребята, конечно же, вывесили флаг ВВС России и поддержали погибшего летчика. Но больше всего мне понравился, конечно, жест сербских фанатов, которые на матче по баскетболу, они, во-первых, сначала они вывесили большой российский флаг и потом начали петь «Катюшу». Представляете, как это было эффектно? Это реально было эффектно. С-400 надо было петь, С-400. Они потом вывесили «Катюша» огромный старая. Баннер в память о погибшем летчике. Ну, в общем, друзья, мы, конечно, не будем о грустном. Я напоминаю, что это большой футбол, что это в первую очередь, конечно же, радио «Аврора», то есть 100.7 FM. Еще мы есть в интернете, поэтому найти нас можно, даже если вы находитесь где-то, допустим, в Удмуртии какой-нибудь, или в Америке, или в России, в общем, неважно. Заходите на сайт radioavrora.am и следите за нашим визуальным
футбольным радио. С вами были Гога Казарян и Алиса Любимова. Уже через полчасика к вам вернется Лилита Гаджанян, расскажет о последних новостях. Ну и, в общем, музыка – наш вечный, так скажем, союзник на «Авроре». Слушай и смотри «Большой футбол» на радио «Аврора».